Всем добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Азимок. Сегодня у нас вот такая интересная работа. У меня болеро. Ярко-красная, красивая, нарядная. То есть можно одеть на вечерний какой-то выход, платье. Может быть, это будет топик, маечка. И завершить вот такой вот красивым выход гардеробом. Украсить нашим болеро. Любой ваш выход. Предлагаю посмотреть, тем более, что это у нас безотрывные мотивы, вяжется просто, быстро, расход на 46 размер 150 грамм, слонимская пряжа, крючок 2,75. Предлагаю посмотреть платформа Яндекс.Цен, телеграм-канал. Смотрим. Всем добрый день. Вы на канале вязания от Ангелины Азимок. Сегодня предлагаю связать Яндекс.Цен платформа. Сегодня предлагаю связать болеро. Мы вязали с вами палантин безотрывным мотивом. А теперь я предлагаю палантин превратить в болеро. Что для этого нужно? Нужно связать палантин на ваш объем в длину, да? То есть в длину. Я посчитала, что у меня будет 1, 2, 3, 4 мотива. 1, 2, 3, 4 мотива у меня будет перед. Я ставлю маркер 4. И один маркер ставлю через мотивчик. Это у нас будет пройма, которую мы не будем вязать. Вот. Определяю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мотивов на спинку. Ну, раз у нас 4 впереди, да? Вот. Один мотив оставляем на вторую пройму. 1, 2, 3, 4. Вот. Таким образом определились. Сложили наше красивое вязание. У нас вот так вот, да, получится. Вот так. Впереди две полочки и спинка. И начинаем вязать. Начинаем вязать, я предлагаю начинать вязать со спинки. То есть спинка у нас она такая более длинненькая. Вот наш первый маркер. Разворачиваем на спинку и начинаем вязать. Вязать мы начинаем, вы знаете, мы всегда начинали вязать с мотива с серединки. Мы с него и будем вязать. Вот первый мотивчик, вот сюда по центру мы привязываем ниточку. И даже не сюда, а вот в лепесток, с которого мы всегда начинали. Помните, мы вязали 1, 2, 3, 4, и с него начинали вязать 16 воздушных петель. Так и будем делать. То есть наша задача провязать 16 воздушных петель, связать наш мотивчик и начинать вязание. Причем вязание мы знаем, как это вяжется. 16 петель, 16 столбиков без накида. Первый лепесток прикрепляемся в длинную цепочку. Начинаем мотив заново и вяжем до нашего маркера. Спиночку, я думаю, что мотива 3 вверх мы будем вязать. Потом покажу, как сразу без отрыва нити связать полочку. После того, как я привязала веревочку, ниточку нашу, ко второму цветочку, вот у нас второй лепесток, вот он. Половинка у меня цветочка, да, связана мотива. Провязываем туда и обратно. Я провязала 1, 2, 3. Только 1, 2, 3. Не закончила. 3 рядочка. Доходим до следующей остановки. Провязала 1, 2, 3. Мотив, я его заканчиваю, но смотрите что. На 3 цветочках. 3 цветочка. Это у меня уже будет переход на полочку. То есть в безотрывном вязании не нужно отрывать нитки и вязать заново. Мы сейчас провяжем еще 3 рядочка. Соединим с нашей полочкой. И у нас здесь будет только... У нас здесь будет пройма. А соединение... Как соединять цветочки, мы-то с вами знаем. И мы их сейчас соединим. Вот. То есть провязали
высоту проймы. Вот проймы уже достаточно получается найти хорошие. Три цветочка на спинке, значит, два узора на два мотива на впереди, потому что спинка всегда должна быть выше. Вот, получилось три узора, это уже пройма 20 сантиметров, уже больше вязать не нужно. Это у нас же болеро. Три рядочка ровно. Третий ряд, два мотива я закончила, третий почти. То есть опять в том моменте, вот у нас верхний лепесток, от него я вяжу, как обычно, 16, как мы с вами вязали, 16 воздушных петель, первый лепесток, и начинаю привязывать и вязать туда и обратно. Только 3 всего лишь, вернее даже 2,5 мотива. 2,5 мотива вяжем. Присоединяем к переду и посмотрим, что, как делать дальше. То есть наша задача провязать спинкочку туда и обратно, потом выделить мотивчики на плечо. С одной стороны, в центре я оставила 2 мотива, я их тоже пока вязать не буду. И потом буду вязать вторую половинку. Пока план действий такой. После того, как мы выделили плечо или переднюю часть полочки, 3 мотивчика, вот они у меня, вот это еще спинка, вот спинка, вот она у меня недовязана, 2 мотива, раз, два, это у меня будет полочка. Второй мотив, смотрите, когда мы начинаем довязывать уже, провязали, 1, 2, 3, 4, 5 лепесток, 5-6 воздушных петель. Вот второй мотив я уже начинаю соединять. Где мой маркер? Вот он мой маркер. Вот я начинаю соединять с маркером. То есть центральный маркер, мы его отметили, мы его не вяжем, это пройма. Вернее, центральный узорчик, мотив. Вот там, где маркер, мы начинаем присоединять. Маркер убираем, чтобы он нам не мешался. И в центр, ровно в центр, присоединяем к пройме нашей половинки переда. 1, 2, 3, 4, 5. Тут у нас все просто. Это мы с вами все уже прошли, как вязать цветочек. Ну, чтобы было понимание, что я вообще делаю. Провязываем наш цветок. 1, 2, 3 воздушные петли. Продолжаю соединять. 1, 2. 1, 2. 3, 1, 2, 3, 4, 5, находим место, то есть мы пока соединяем, вот пройма, вот эта пройма, да? Я соединила там, где был маркер, на пройме. 1, 2, 3, 4, 5. И последний лепесток. Провязала. Вот, я соединила цветочек. Теперь моя задача провязать, соединить, довязать как бы половинку плеча со спины и соединить спереда. Что мы и делаем. 3 воздушные петли подъема. 1, 2. 1 пропускаем. Провязываем. 1, 2. То есть мы и довязываем спинку. 1, 2, 3, 4, 5. И в то же время соединяем спереда. Вот наши все цветочки мы соединяем.
также все в той же последовательности, в той же очередности. 2, 3, 4, 5. В мотивах есть такая вот возможность без шва соединить. Раз, два, три. Опять провязали один мотивчик на спинке, а соединяем с передней полочкой. Две воздушные петли. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Опять смотрим, да? Вот идет соединение между длинными воздушными петельками. Так, опять я куда-то вот сюда. Смотрите. Итак, продолжаем. Присоединили там, где у нас большая была арочка. Столбик провязала, присоединяю в маленькую арочку, 2 воздушные петли, вяжем лепесток, 1, последний наш мотив, который мы должны присоединить, у меня их 3 всего на спинке, 1, 2, 3, 4, 5, 6, присоединяю в длинную арочку по центру. Раз, два, три, четыре, пять. Еще один цветочек, лепесточек. Провязали. Соединили. Раз, два, три. Теперь присоединяемся к полочке. Один, два. Вяжем лепесток. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Присоединяем в длинную арочку, там, где у нас длинные воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. И присоединение у нас заканчивается. Четвертый мотив на груди. Я его не вяжу. У меня и мотива больше нет. Потому что это у нас будет вырез такой, формирователь выреза. Вот, задача такая. Три мотивчика. Раз, два, три соединила. Один на вырез оставила. Теперь я... Вот моя пройма, она у меня все есть. Все. Теперь моя задача провязать и закончить вязание. Вот по незаконченному, по всем мотивчикам пройтись. И все довязать. Получается спинка, доходим до спины, или вернее это даже у нас перед, доходим до спины, вяжем полностью всю спинку, все наши мотивчики, которые у нас есть, доходим до последнего и начинаем вязать. Раз, два, только три мотива туда и обратно, центральные два. У нас будут довязанные, но больше мы их вязать не будем. Это у нас будет вырез горловины. Еще разочек. Если что-то непонятное, делаем повтор. Я связала один мотивчик целиком, второй половинку. И эту половинку соединила спереди. Можно посмотреть, сейчас ниточку закреплю. Решила все распуститься у меня.
пока я объясняла. Сейчас я покажу, как получилось впереди, чтобы было более наглядно, да? Что у нас получается? Что я вообще сделала? Что я сделала? Вот моя половинка получилась, смотрите, вот. Вот перед. Три мотивчика, раз, два, еще третий недовязанный. Вот пройма. Вот она у нас широкая достаточно. И один мотив впереди недовязан. Это у нас вырез горловины будет. С одной стороны такая половиночка и с другой стороны. Вот. Я присоединила вот по этому шву. Вот. Его не видно, потому что мотив очень хорошо, красиво взаимодействует. И шва здесь нет. Вот. Но я его сшила. Теперь моя задача пройти в обратную сторону. Вот это все довязать до первого мотивчика. И точно так же туда-обратно два мотива связать. Повернуть сюда, вперед. И присоединить впереди к тем мотивам, которые у нас уже навязаны. Довязала до конца. Два мотива, которые мы не вяжем, по центру спинки. Спинку довязала и начала новый мотив. Раз и два. Всего лишь второй мотив. И мы его присоединяем. Мы его присоединяем ко второй полочке. Вот она у нас. Один мотив мы отступаем. Это у нас вырез. И вот ровно вот сюда, в это центральное место, там, где у нас длинная цепочка, мы соединяем раз, два, три. Доходим до проймы. Если с правой стороны мы объединяли сразу там, где проймы, вторую половинку мы объединяем уже там, где у нас идет вырез. То есть наша задача все точно так же сделать вот сюда между длинными цепочками. Мы проводим крючком. 1, 2, 3, 4, 5. И довязываем тот цветок, который у нас не довязанный. Что хорошо в этом болеро? У нас очень простой мотив, который легко распустить, быстро довязать, если что-то связали неправильно. 1, 2, 3. Переходим опять на мотивчик спинки, объединяем, довязываем мотив, который мы с вами вяжем. И вот таким образом, абсолютно несложно, мы объединяем спинку и перед. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По плану, да, смотрю. По очередности, то есть сначала мы арочку маленькую, раз, два, четыре, пять, объединяем, потом большую. Я провязала только два рядочка. Для переда можно связать больше в зависимости от размера, да, то есть от ваших объемов. Вот таким образом продвигаемся. Объединяем сразу. Мы довязываем сторону, которая у нас внизу, которую мы, это вот у нас спинка, да, мы вяжем спинку. И привязываемся сразу к переду. Вот. 1, 2, 1, 2, 1, лепесточек вяжем из трех столбиков с двумя накидами. 1, 2, 3, 4, 5.
Раскладываем наш мотив, чтобы было понятно, что мы делаем. Соединяем с длинным мотивом в центр. Протягиваем крючок. Довязываем. 1, 2, 3, 4, 5. К нашему цветочку. Раз. Два. Три. Цветочек довязали на той стороне. Это сторона спинки. Раз, два, три. А соединяем со стороны переда. Один, два. Возвращаемся к нашему мотиву и довязываем. Вот таким несложным способом наша задача довязать, соединить мотивы спинки переда. Один, два, три, четыре, пять. Чтобы было понятно, можно всегда вот так разложить, чтобы понять очередность. Мы опять в центр. Вот сюда вкалываем, вытягиваем. 1, 2, 3, 4, 5. И довязываем уже на нашей стороне. Так, ниточка, не путайся. Один, два и три. Довязали. Объединили. Раз, два, три. Свой же, свою сторону, свой цветочек объединяем. Две воздушные петли. Две воздушные петли вяжем наш последний цветочек. Раз, два, три. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И смотрим, куда. Вот сразу выясняется место. Можно всегда посчитать 1, 2, 3, 4, 5, 6. А в законченном виде тут должно быть 8 воздушных арочек. Значит, сюда и вяжем. 1, 2, 4, 5, 6. Нет, 5. Туда мы вяжем 6, а в обратную сторону 5. Вот так вот несложно, неспешно. Продвигаемся. Раз, два, три. Выпрямляем вязание. Находим место соединения. Вот оно. И соединяем. Довязываем наш цветочек. Здесь длинную арочку вяжем там, где маркер. И идем в обратную сторону. Обвязываем наши все цветочки. И у нас будет такое же соединение. Мы сейчас с вами соединяем до маркера и переходим на обвязку. Всю обвязку мы с вами знаем. Вот до нашей ниточки, которая привязана, до нее мы доходим. Так. Гоу просто видео. Связала вторую часть, присоединила, и у нас получилось вот такое болеро. По одному квадратику, помните, мы не провязывали, это вот у нас вырез. Пройма небольшая, не маленькая, нормальная. 46 размер. У меня получилось 4 квадратика впереди, 4 на второй половинке и 8
на спинке. Всего 16 квадратов на 46 размер слоневской пряжи. Хороший 46 размер, такой не в обтяжку. Идем дальше. В принципе, работа завершена. А можно отгладить, обвязать вот эти все наши уголочки столбиками без накида, чтобы все это было аккуратненько, да? Вот. Но, а можно привязать рукав. Вот наша пройма, вот наша пройма. Вот она, наша пройма. Начинаем всегда с проймы. В центре, вверху у нас два цветочка, два лепесточка. Мы начинаем со второго лепестка. Вы это знаете, мы все время так начинаем. Можно просто обвязать, а можно связать рукавчик. То есть привязываем ниточку во второй лепесток. Вяжем 16, да, 16 воздушных петель. И по кругу у нас есть места, куда мы с вами должны присоединяться. Мы их знаем. Это у нас длинные ажурные арочки воздушные и короткие. Опять длинные и короткие. И вот таким образом довязали половинки мотивов в одну сторону, заканчиваем во вторую. Опять в одну сторону и во вторую. Если связать 3 четверти, я буду вязать 3 четверти, я думаю, мотивчика 3-4 должно хватить. Для красивого рукава, это же у нас не кофточка, если кофточка подлиннее, а если болеро, то 3-4 мотивчика вполне достаточно. Вот. Начинаем со второго лепесточка и вяжем все, как мы вязали до сих пор. По кругу. 3 рядочка рукава, 3 мотива, 1, 2, 3. Как вяжется мотив круговой? Он вяжется точно так же, как и не в круговую. То есть мы начинаем вязание с одной стороны, вяжем, 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 половинку довязываем. И вот я сейчас хотела показать, как же мы все-таки соединяем в круг. Мы соединяем только в самом последнем ряду. Я провязала 3, может быть, их будет 5 у каждого из вас по-разному. То есть вяжем туда и обратно, и только в самом конце, в самом-самом. Вот. У нас вязание, как обычно, вот они у нас 4 лепесточка. 4 лепесточка, довязали еще 1, 5, 6 воздушных петель. Я решила закончить. Вот, мы берем, поворачиваем к себе последний мотив, он у нас связан вот в это место. На самом деле весь принцип-то одинаковый. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. То есть мы закрепляемся там, где длинные воздушные арочки длинными, где короткие, там короткими. Мы довязываем наш последний ряд сбоку. И сбоку же, 1, 2, 3, мы присоединяемся к тому первому мотиву, который у нас уже связан. По такому же принципу короткие воздушные арочки с короткими, длинные с длинными. Пусть вас это не пугает. Это абсолютно несложно. Довязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять смотрим, где у нас длинные арочки. Вот они у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И довязываем последний лепесток в мотиве. Раз, два, три. Вот. Что я сделала? Я соединила цветочек, я его довязываю и вяжу дальше и соединяю, довязываю и соединяю. Вот. Второй мотивчик уже у нас идет. Один, два,
3, 4, 5, 6. Второй мотив. Смотрите, мы его присоединяем вот в эту же арочку, вот, которую мы только что присоединили. Первый лепесточек. Также мы сюда и второй объединяем. То есть не пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5. Ни одного соединения. То есть наша задача не только довязать, но и соединить. 1, 2, 3. Но и соединить с первым рядочком. Для этого мы расправляем наши мотивы. Вот оно идет. Вот сюда. Вот. Соединяем. 1, 2. Довязываем лепесточек со своей стороны. То есть вот в этом и состоит круговое вязание безотрывными мотивами. Мы не соединяем в первом ряду, во втором, а только 2, 3, 4, 5. Когда связали полностью всю сторону, только тогда мы соединяем в круг. Вот. Находим. Это у нас была короткая цепочка, сейчас длинная. В длинную цепочку соединяем в центр. И вот так продвигаемся, довязываем до конца, вернее, привязываем, присоединяем. 1, 3, 4, 5. Присоединяем лепесточки. С одной стороны довязываем, с другой стороны присоединяем, чтобы получилось у нас вот такой вот абсолютно бесшовный момент, да, то есть здесь даже непонятно, где мы соединяем. 1, 2, 3 со своей стороны. 1, 2. Вот видите, как мы присоединили, довязываем, привязали, соединяем. Если столько мотивчиков уже связано, я думаю, вы по инерции даже можете понять, что там, где длинные цепочки, мы соединяем с длинными. 1, 2, 4, 5, 6. Вот. В длинную цепочку соединяем. Там, где короткие, короткие. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся в свой мотив. Таким образом, смотрите, все мы уже практически соединили. И наш рукавчик готов. Это у меня второй рукав. Первый рукав я привязала. Также вот у меня три мотивчика идет. Потому что это болеро, я решила не делать длины. Вот. И потом последним моментом я просто обвязала по 3 полустолбика в каждую арочку. Никаких сложных моментов. Решила не усложнять. Просто обвязала полустолбик. И все. Точно так же я хочу обвязать готовое болеро. Вот там, где у нас все наши мотивчики. Я хочу обвязать 3, 3, 3. И там, где листочек, мы тоже берем полустолбик, вяжем. А между ними по 3. И в сам листочек. В большую арочку, соответственно, 6. Да? И все. И наше болеро будет готово. Я довязала второй рукавчик. Вот у меня получается один рукав, второй рукав. И сделала обвязку, как я и говорила, просто полустолбики. Просто 3 полустолбика в арочку и столбик, полустолбик там, где у нас есть куда вязать столбик, то есть в петлю. Также в листик, между 3 и в листик. Вот, и все. Больше не стала обвязывать, не стала нагружать. Я думаю, что уже достаточно. Очень интересная работа в плане красивых листочков. И обвязка, я думаю, что тяжелая здесь не нужна. Мне кажется, что уже все достаточно хорошо. Болеро готово.
обвязка небольшая есть, рукава 3 четверти есть. Да, на моем рабочем столе камера установлена таким образом, близко, не очень удобно, но фотографии обязательно есть в Одноклассниках, ВКонтакте, Яндекс.Зене и в Телеграм-канале я выставляю все 4 фотографии со всех сторон. Можно посмотреть. Обязательно подписывайтесь на Яндекс.Зен, на Телеграм-канал. В Телеграм-канале выходят короткие ролики, длинные. Телеграм-канал пока не тянет, но я надеюсь, пока. Вот. Поэтому смотрим работу на Яндекс.Зене. Подписываемся, ставим лайки. Обязательно пишите комментариев. Почему-то очень мало комментариев. Подписок много, но вы не хотите со мной общаться. Я очень вас всех прошу, обязательно пишите комментарии в Яндекс.Зене. Это очень важно для меня. Надеюсь, работа понравилась. Огромное спасибо, если вы досмотрели до конца. До новых встреч. Давайте вязать вместе.